Ой, какая прелесть, лаванда. Цветет уже. А она что-то не пахнет. А что-то, наверное, не хочет пахнуть. Акция 280 рублей. О, за один кустик. Это моя слабость. Сколько их много? Вот это моя слабость. Красивые шишечки. Шишечки, шишечки. Красиво. Когда их много. Море лаванды. Очень красиво. А, это для кошек, смотри. Нет, сейчас. 280 оптовая. И лавандовый горшочек даже в цвет. Травка для кошечек. Не надо? Нет. И сколько она стоит? 68. Кэтграсс. Да мои штаты, знаешь, сожрут и... За один день. 340 лаванда. Кот. Это другая, но она без цветов. Кот? А, это тоже они одинаковые. А это 642. Ну, другая. У нее цветов нет. У нее лист более крупный. У нее даже лист отличается очень сильно. Видишь, здесь удлиненный, мощный куст. А здесь мелкий куст и мелкий лист. Лаванда стоит ас. На рододендроны какие, боже мой. А вот вот, вот какая красота. Какой красивый. Что-то цвета они не поставили. Что-то цены не поставили. Тысячу 270. Ой, какой соцветие красивое. А вот еще тоже, смотри. А здесь, смотри, тоже. А на нижней полке это что? Да. Что за красота? Колоте Паулукс. Господи, дай я прочитаю. Че, никак? Почему я прочитала? Красота. Подожди, такой лист красивый. Интересный такой лист. Ага. Как он растет, интересно? 190. Сколько? 8 рублей? В принципе, не очень дорого. 170, 199. Ну, 200 рублей. Коврик. Петунии. Петунии много, да. Какие, ну, они не махровые, довольно простенькие. Вот эти вот мелкие, очень красивые, как розочки. Вот эти интересные. Это петуния тоже? Да. Нет, калибра. Ой, какой-то. Языки поломаешь. Стоит 144 рубля. Очень красивый. Но это точно для озеленения балконов и улиц. Это как мелкие петунии. Где-то диаметр сантиметр цвета, цветочка. Но они дома не растут. Это балконные, скорее всего. Клумбы, балконы. Ой, какие пеларгонии. Крупноцветковые. А это вообще-то не
Вот это что-то такое цветок интересный. Что там интересно? Это пеларгония. Знай какой. Ну это крупноцветковые. Да. Поверни ко мне цветком. Так. К лесу передом. Это все пеларгония. Вот это вот красивые, как анютиноглазки. Прокрашенные. Сверху розовые, снизу. Вот эти очень красивые. Это уйти. Пеларгонии? Нет, это для балкона, для дома. Растение открытое, грунта. Ой, розовый, красивый очень. Оля, смотри, вот какой-то цветок затерялся, но это другой. Где? Вот этот. А? Платико. Вон. Платико, он какой-то колокольчик прям красивый. Четырехлистный колокольчик. Очень интересный. Закрытая коробочка интересно смотрится, как пирожок. Я тебя не понимаю. Ты куда? Вот еще одна лаванда. Еще одна лаванда. Здесь бутончики красивые уже. Но цветов еще нет. Здесь три вида лаванды. Где три вида? Ну, три. Вот это одна вот. Это вторая. Сейчас а я третья? Покажу. А вот это вот вторая. А это розмарин. Я думала, это лаванда. Нет. Я бы взяла вот такой. А я думала три. Значит, это розмарин, они просто рядом. И вот еще в лиловых горшочках лаванда. Конечно, нет. Красивые очень. Горшочки под цвет цветов. И второй вариант. Он почему-то дороже. Он еще в бутонах. Для балкона. Красиво цветущий. Меня вот этот нижний интересует. Вот этот? Да. Меня вот этот заинтересовал. Колоти. Цвет у него такой красивый, и листья какие-то интересные. По цвету полынь напоминают. Вот как бы сходность с полынью. По цвету, вот немножко структура, как у полыни. Верхнее соцветие. Очень красивый. Я вот не знаю, что это такое. А это какой-то. Ну, сейчас узнаем. Вот так там листья. Ну, такие, как типа лотос. И что, насаженные? Мох и вамфу, они лежат. Это водные для бассейнов. А-а-а. И фея бэби. А это что за фея такая? А, это...
Фукси, сережками бабушки их называли. Поставь вот эту вот. Интересная. Не, а это фукси. Бабушки их называли сережками.